Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Привет, друзья! Что делаю? В Питере отвисаю. Санкт-Петербург. Лиговский проспект. Перекличка, кто откуда? Вот. Если что, туда вход в семнашку. Вот туда, 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 туда. Да, нормально. Здоровье никому не помешает из нас. Так-то оно так. Ижевск, Украина, Луганск. Нормально. Привет, Харькова. Сергиев Посад. Нихера себе, это где еще? Астрахань. Киров. Привет, Киров. Вот, приезжаешь в Питер, и первое, что происходит, это парень с тату на лице, лет 17 от роду, подходит сфоткаться, типа. Ебой! 28 душ. Привет в Казань, привет в Ставрополь, привет... АЕУ, АЕУ, Драго, привет, Михайловка. Михайловка? Когда батл Алфа Димаса? Ну, когда либо Димаса научится читать нормально рэп, либо когда алфавит пойдет на ММА. То есть, никогда. Депрессия после батла не прошла. Не прошла. Не прошла. Почему задержка? Разобрались, да. Потому что в ушных мониторах звук позже шел, чем он звучал в зале из колонок. Понимаете? То есть там, к сожалению, ничем не утешишь. Меня это просто жесткий проеб и подготовка, все. Но это жестко, это жестко. Это обидно. Усрода! О, огромнейший приветос. Человек, который написал Фусрода, он знает, что хорошо. Он знает, what is good. What is good. Рустам Ян, привет. Аня Баня. Аня Баня? Это уже реклама банных этих пошло услуг. Помахаю и, конечно.
Че, Аня, в баньку пойдем? Где в Питере именно? Ну, Лиговка. Вот. Привет, дракона рожденным. Нордам. Привет, Нордам. О, пиздюки разгуливают. Пиздюки часто, кстати, приходят к семнашке и фоткаются с вывеской. Если никого там нету. Здорово, Гутлер. С техником сходи в баню, ёб. Гутлер – это описка Гитлер, типа. Но Гут – это хорошо по-немецки. То есть Гутлер – это хороший человек. С техником в баню? Да блин. Тебе желаю с техником в баню попасть. В одноместную. Ну я же захожу пообщаться с вами. Дай мне 1000 баксов. Пиздец. Ты хорош? Ну блин. Вы ж мои ж подписчики, как же я к вам буду плохо относиться? Мы же команда, банда, семья, группа, gang, Uzi gang, bitches. Если я говорю bitches, это, разумеется, не суки, не к вам, это в принципе ко всем сукам, шлюхам, которые тормозят нас на нашем пути. О, да. Борщ с чесночком, да я KFC только что хаванул же, бро. Но вообще, в принципе, борщ с чесночком — это очень сильная тема. Очень сильно. В общем, приехал я в Питер выступать на Маятник Фуко. Фестиваль завтра и послезавтра. Буду выступать перед Мози Монтаной. Я всегда об этом мечтал всю свою карьеру. Занимался батлами, занимался всем, чем попало. Всем, чем можно, точнее. Чтобы когда-нибудь достичь успеха и выступать перед Мози Монтаной. Трубка херовая, но скоро лопату возьму себе. Я присмотрел там себе лопату, она еще не вышла, правда. Очень крутая, очень мощная, 7 дюймов дисплей. Надеюсь, в Германию из Китая привезут ее. Китай сейчас рулит. Вы в курсе, что Apple на 3-м месте по продажам сейчас в мире? На третьем месте. На первом Samsung, а на втором Huawei, блядь, Huawei. Привет, Бишкек, передай привет. А волшебное слово где? Йоу. Дикей передам на Фуко привет со сцены. Буду читать завтра. Цвет настроения красный. Но на фестивале цензура жесткая. Материться нельзя со сцены. Так что будем ромашками хлестать друг друга по лицу. Ну, ах. Это ж рэп. Это не какие-то разборки. Никаких личных каких-то проблем. Человеческих там каких-то драк, ничего нету, ни с DK, ни с CMH. Просто блогеры лезут в рэп. И да, я знаю, был уже один чел, который жаловался на это, типа птаха. Но я по-другому на это жалуюсь. Не как он, придя на студию. Как там, Live News, да, поныть там, похныкать. Вот. Apple не на первом, Милтон. Посмотри, это отчеты. Apple на 3-м месте, 40 миллионов продал. На 50 миллионов телефонов продал Huawei на 2-м месте. И 70 миллионов Samsung на 1-м месте. Микки Би. Сус? Сам ты сус. Свистоплясы. Вот, блин. Почему мне свистоплясы в голову не пришло? Свистоплясы. Блин, я такого слова знал, но, блин, оно не пришло мне в голову. Я там просто, ну, короче. Но Хованский не потребитель хуёв шавермы, а потребитель болтов шавермы. То есть цензура. Бишкек? А что там у вас есть такое крутое? То есть, ну, как бы, если ты зовёшь, как бы, да, то есть, ну, это ж дорога, там нужно напрягаться, ехать, там, визу какую-то промучивать. Ради чего-то ехать к вам? То есть, ну, что у вас есть, чего
в другом месте нет. Расскажи, я подумаю. Леха Медь? Ой, ну, нормальный чувак, так, типа, ну, по личному знакомству. Сильно незнакомый, но вроде нормальный, ровный чел. Дагестан. Xiaomi, да, Xiaomi тоже много продает. Да-да-да, тоже есть такая фигня. Ебичес. К Кизару плохо отношусь, херня это. Буйка-буйка. Моргенштерн не хороший рэпер. Он не хороший рэпер. Это вообще не рэпер. Ну, это рэпер, короче, но это не часть хип-хопа. Вот эти блогеры все, они прилипалы, они пиявки. Они популярен рэп, они рэп читают. Популярен рок, они рок читают. То есть, как бы, рэп, он для всех открыт. Базару ноль, я знаю. Приходи, читай. Может, хоть там бабка, знаешь, там, или дворник зачитать. Если это попрет, то пиздата, респект, чё. Но есть еще такая херня, как бы, это уже личная херня. Когда ты в этой культуре крутишься уже более 10 лет, и ты этим живешь, и это твоя жизнь, и твоя любовь, и когда насмехаются над ней вот такие хайпажоры, как бы, да, своими вот этими песенками, то сорян, как бы. Да, вот, друзья, вы лучше расскажите, вы в ВК подписаны на меня? Я же выложил там свой альбом недавно. Кто уже слушал, кто не слушал, какие треки понравились, как вам новые треки, новое творчество. А то батлы, 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 батлы. Секунду. GoFit. Ага. Fit Sobi уже есть. Называется новый щит. Вышел на новый русский рэп 4. Новый щит. Фрешблад 4 не смотрю. Там Smokey Mo участвует на полном серьезе. Я не могу это, ну, всерьез смотреть. О, Rockstar, спасибо. Ну, если никто не слушал, не-не-не, как ты относишься к блогерше, Евлеевой, Насте? Давайте, ребят, вот диалог, да? Вот вы меня спрашиваете, я отвечаю. Теперь я спрашиваю, отвечайте. Кто-то слушал, не слушал. Я знаю, я не пиарил, там его в онлайн-магазинах еще нету, но все же, у меня есть ВК. И зачем вы тогда здесь висите? Вот, потому что батлов специально не буду делать в ближайшее время, специально. Немецкий акцент не исправил. Ну, блин, говорю, как говорю. Шрамы называется, братан. Шрамы, scars. Салам от сына, Вити, классика. На вопросы про батлы не отвечаю. Игнорирую, про батлы не спрашивайте. Не отвечаю на вопрос про батлы. Если не интересно, так сорян. Все, до свидос. Я твой комар. А чё ты мой комар-то? Хочешь кровь сосать у меня? Чего ещё раз? Так, ещё раз. Мой новый альбом Uzi EP. Кто-то слушал, не слушал? ВК. vk.com/ILOVEDRAGA. Я знаю, что она не сильно отличается, но вот в этой доле секунды и весь смак. То есть, кто, допустим, плитку никогда не клал, он не сможет посмотреть, там она охуенно положена или прокатит. Вы же не разберетесь, как зубной врач сделал зуб. Ну, он перестал болеть, да, но сделал он пиздато, что будет держаться 10 лет, или сделал хуево, что через 5 месяцев выпадет пломба. Вы же это не сможете понять.
Но врач-то сам знает, и на деле-то хуйня. Альбом говно, Дима онлайн пишет, а что это вот говно-то? Ты обоснуй давай, или нахуй иди. Негатив здесь не нужен. Клип снимал в Бельгии, был там. Зеленый, базар ноль. Ну, если он говорит, что говно, может, он для него говно. Если человек слушает, допустим, там, гречку, монеточку Моргенштерна, или там, ну, хрен знает, то для него это, конечно, говно. Так что, сори, результат очевиден. Украит баба. Тебе-то какая разница, украин баба? Тебя все равно с дома не выпускают. Кокси, хорошо отношусь. Молодец он. Гуфа. Окей. А он что-то новое выпускает? Заломой, залому. Они уже выложены давно. В ВК зайди, послушай мой новый альбом и послушай эти раунды. ВК, все тупо в ВК. Быстро все в ВК. К Гуфу не отношусь никак. К Гуфу человек к нему относиться должен. У него своя тусовка, у меня своя. Ха! Рассинхрон звука на трансляции. Блин. Макеллос. Нормально. Без изъянов. Лучший батловик. На битах я. Акапелла, ну Мирон, наверное. Подходит с умом. Так, сейчас в лифт зашел, сейчас, наверное, будет полный рассинхрон. Рэпер в России. Привет, зеленый 0805. Как оно? А, трек с Томти. Да то мы просто поугарали, как бы. Они на студию у меня записываются. Но его братан отказывается что-то платить. Не то, что отказывается, а что-то. О, давай это. Ах. Топор. Ну, блин. Меня спросили, я сказал. Number one, разъёбщик номер один на битах. Тик-ти-драго. Телефон плохой, но лопату скоро возьму конкретную. Все офигеют. Которая будет круче, чем айфоны там всякие. Всякие там самсунги. Будет очень мощная лопата. Да, конечно, рэп-перископы всякие. Не разрешаю выставлять этот эфир. I do not allow to post this somewhere. This is my, I own the rights, and do not put it somewhere on your YouTube channel, nowhere. It's mine. Лучший MC это похоронил, но это не так. Он молодец, но это не так тупо. Блин, ты чё? Окошко типа не открывается или чё? О, бардак. Что это такое? Ах, окей. Привет всему Ташкенту, привет, а дикити драго, о да, привет Ташкент. Дима онлайн спрашивает, женщина у тебя, это даже не вопрос. То есть, женщина у тебя есть. Где? Где она? Блин, что-то нету. Может, в шкафу, может? Нет, что-то тоже нет. Очки, спасибо.
Брат Валуева, о боже, блин, ну это дис. Задисил меня. Зачем меня так дисить жестко, брат Валуева? Эх ты. А ты тогда брат Шрека. Чисто. Липецк. Знаем Липецк, конечно, от Белгорода недалеко. Привет, Липецк. Так, дорогие друзья, давайте, сейчас нужно по делам там. Нужно чекаться на фестивале «Маятник Фуко» скоро. Завтра выступаю там в 15:50. Вот, так что всех, кто местный здесь, давайте, будьте, приходите. Всех люблю. Давайте, до скорого. Буду тусовать, буду стримить, буду там выкладывать. Так что давайте, камон, лайки, там все дела. Комменты. Дима онлайн.